Всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик, и сегодня мы с вами послушаем завет Nights Before Gothica. Это заказ, и он довольно старый уже, да, вы, я думаю, где-то у меня летом, опять же, просили, во времена того, когда мы слушали альбомы Кай Анджела, Nine Mice, то есть там Мерлин Мэнсон, вот это все, Angel May Cry, потихонечку разбирался с вайперами, да, я познакомился с вайперами этим летом, кто не знает, да, то есть немного позже некоторые массы людей. Вот, в общем, что могу сказать. За это мы, конечно, знакомы. Слушали мы и с вами Готику, и слушали мы с вами Жилы. Больше ничего не слушали. Еще вот она трек был. Да, слушали. Но епишки мы никакие не слушали. И вот, наконец-то, епишечка Nights Before Gothica. По сути, это можно расценивать как приквел Готики или что? Как это, типа, расценивать? Альбом «Готика» выйдет в 2021 году, да. Про запись нового полноформатного альбома стало известно после того, как сам артист упомянул об этом в описании клипу на сингл «Паранойя». Так, мы его не слушали, насколько я знаю, да? «Паранойя». Я не помню трек. Если его надо послушать, напишите в комментариях. Вообще, если в целом, как делаются бесплатные заказы, если кто-то вдруг не знает, да? Смотрите, пишите под любым видосом. «Афан, послушай «Паранойю» от Завета». Охуенный трек. Если ваш... комментарий набирает 11 лайков, друзья, в ближайшее время будет выпущен заказ на то, что вы предложили, собственно. Ну, типа, лайки наши все, да, без лайков никуда. В общем, это факты, это база. Да, «Паранойю» мы не слушали, да. 3 января 2021 года была объявлена дата 5 февраля. 4 февраля, в день рождения Димы, был оставлен пост об альбоме. Завидую, будет мне... Так, будет большой год, завтра релиз. Окей. Так, что касательно Завета мы вообще знаем. Самобытный звучок, такие все вампирские звучания. Очень прикольные жилы. Очень самобытная готика. Это Nights Before Gothica. То есть, по сути, до готики, да. То есть, что было до готики. Посмотрим. Готика это прям вообще вампирный релиз. Максимально вампирный релиз, да. И вот, по сути, можно это расценивать как становление вампиром, да. Я не знаю, если можно так вообще выразиться. Тут 5 треков всего. Вообще маленькая эпишечка. Но, тем не менее, просили и ждали долго. Если что, некоторые люди ждут столько времени синглы. Вообще просто обычные синглы. Потому что синглы, к сожалению, в одном месте с альбомами. Так делать нечестно. И, возможно, со следующего года у нас будет отдельная бесплатные заказы по синглам очередь и по альбомам очередь. Но я думаю, что в следующем году в целом этих бесплатных заказов будет гораздо меньше, так как появились платные, которые ждать нужно гораздо меньше. И в целом набирать лайки становится сложнее, так как сабы растут. Да. А с ними растет и количество лайков, которые нужно набирать. В общем, да, сразу предупреждаю, для людей, которые ждали Завет Nights Before Gothica, что вам стоит ждать еще? Говорю чисто вам, да, потому что вы пришли на Завета, и говорим конкретно, что связано с Заветом, или, ну, в целом, с этой темой. В конце списка заказов есть еще GoTV и My Sweet Lullaby, 2 сингла. Ждите реакцию, тоже будет, но это более в конце. Все, с Заветом больше ничего нет, да. Можете пересмотреть Жилы, можете посмотреть Готику. Можете посмотреть, там, у Кай Анджела релиза, да. В общем, для меня в целом Кай гораздо более талантливее, чем Nine Mice. Вообще прям гораздо более. Кай гораздо более приятней. Скоро у Кая выйдет God System альбомчик. Мы будем обязательно его слушать. Ну а сейчас посмотрим Nights Before Gothica. Жду, конечно, самобытый стиль. Хотя бы один какой-нибудь трек такой уверенный, хиточек. И посмотрим, есть ли вообще здесь концепт как-то связанный с готикой, с обычной. Не знаю, как будто вот сомневаюсь в этом, но может быть в теории. Может быть в теории. Слушаем, да, я думаю, больше распинать нечего. Заноза Спорт Экстрим. Интересное название. Produced by Завет. Бля, любимый мой, кстати, трек Завета, если вы не знали, вот она. Есть реакция на него. Заебись, вообще такой ебанутый трек. То есть... Охуенно, да. Если Жилы был связан с каким-то таким состоянием, таким депрессивным состоянием Завета, то тут непонятно немножечко, что будет. Посмотрим. Посмотрим. Окей, слушаем. Заноза Спорт Экстрим. Хочется как бы какой-нибудь такой уверенный трешок получить с релиза. Да ну нахуй, рок. Так, тут не одна часть даже, да? Окей.
на полу без одежды, и нас было семеро. Да, капа тихо, нет? По реализации такая сейчас, но по идеям прикольно. Ебать, это сильно. Да, очень разный трек, это охуенно. Вторая часть вообще в разы сильнее, в качестве, ну, в рамках реализации даже. Вау. Окей. 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 А вы что думали? Хуль вы думали? Ладно. Первую часть не понял, бля, крутой ебанутый бит, бля, респект, конечно, Завет делает все себе сам, это 100%, это мы знаем, это мы шарим, это V-Shining. Но по идее круто, годно, заебись. По реализации слабая часть. Что касается второй части, бля, продолжается вот эта самобытная хуйня, очень круто на харизме, бля, вообще, Диме респект, конечно. Вот то, что он делал на Завете, это прям талантливая, интересная хуйня, реально. Разъёб вторая часть, честно. Особенно вот первый припев, пиздец. Очень круто залетел, очень круто продолжил. Заебись трек. Но первая часть, я считаю, руина прям. Так что добавлять, я думаю, мы не будем это. Потому что с первой части выходит не очень. Плюс очень много разных партов. Вот даже припевы отличаются. Куплеты вообще тоже все разные. Все нахуй разное. Здесь вообще все разное. Очень разный трек. Очень разный трек. Но это прям как будто даже плюс, а не минус, да? Круто. Очень интересно это было. Хорошо, мы идем дальше с вами. 96 слез. На этот трек, насколько я помню, было особое внимание со стороны людей. И хотели, чтобы я его послушал, насколько я помню. В интервью 11 мая 2021 года студии 21 Завет рассказал о треке 96 слез следующее. Есть много песен 96 хикс в американской истории музыки. Я, к сожалению, не помню, как называется группа, которая первая это сделала. Они прародители зарождавшегося готического рока. И у них есть песня 96 хикс. Я подумал, что нужно ее актуализировать, поиграть с ней. И взял оттуда идею, от которой оттолкнулся для написания своей песни. Готический рок, да? Окей, хорошо, слушаем. Интересная идея. Посмотрим, что это такое. Уже пугает. Бля, ну... Так, ну... Бит пока что... Мал. Актуалочка. Окно души заря. 96 лет, это уже много слез. 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 Бля, ебать, харизма вообще у Завета ебанутая. Это очень много слез.
Короче, друзья, ебанутый. Мёрзли, как была Лугоша. Свечусь, как блестящий нож. Душа одета в кожу. Мы сосём, милый бог, американской коровы. Я гоняюсь, ты дресок из быта, это твои столовые. По мне строится мягкий домик, грустно делаю живыми фирменными болевыми. Есть хлеб. Окей, я понимаю, почему вы могли просить этот трек. В нем очень сильный припев. Пиздец на харизме. 96 слез, это уже много слез. Охуенно. Реально, это прям круто, пиздец. Что, кстати, припев, ой, куплетов, ну, бля, как полноценный трек. Не знаю. Есть какая-то здесь есть самобытность завета 100%. И вот эта его структура, да, которая конченая, да, которая дурачество, блядь, и какая-то непонятки, да. То есть нету какого-то вообще цельного рисунка, вокруг которого все строится. Все как-то хаотично, блядь. Так что не знаю. Вот этом есть своя самобытность, но как трек, блядь, чисто из-за припева добавлять не думаю, но давайте посмотрим клип, и может быть с клипом раскроется трек лучше. Но припев, блядь, монстр. Вообще, ебаный монстр просто. Так, это будет, скорее всего, какой-то такой мультяшный клип, нет? А, нет. Еба. Бля, хаоса очень много, да? Бля, еба. Бля, хрена при припев играет здесь. Он работает на контрасте. Ебать. Бля, клип вообще в ебанутой стилистике выполнен. И это очень круто, прям то, что нужно. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Кривые хромакеи, бля, это все прям для трека этого, заебись, да, круто. Пью из кружки цвета кожи. Мёртвый, как была Лугоша. Свечусь, как блестящий нож. Душа одета в кожу. Мы сосём, милый бог, американской коровы. Я гоняюсь, ты дресок из бутылки. Ладно, второй куплет хороший. По мне строится мягкий домик, грустно делаю живыми фирменными болевыми. Ебать, блядь, блядь, пиздец, припев, блядь. Бля, вот тут не скажешь, да, что такое Angel? Все-таки вот от нынешнего все-таки отличается очень. Все-таки добавлю. Так, мне нужно было отойти. Продолжаем. В общем, максимально понятно, почему этот трек вы мне посоветовали. Клип максимально хороший для этого трека. То есть трек понятный, да, я добавлю. Окей, идем дальше. Ополчение Too Dark. Или 2 Dark. Слушаем. Кто это? Опять несколько частей, да? Так, пока ж пиздец самобытно. Трусы.
Ты мне звонила по телефону. Звонила по телефону темными ночами, пока я занимался мутными делами. В твоей комнате дымит копчеными свечами. Вороны на соборе плачут, дождь идет, бог помяни сын. От него хочу погреться. Я не сусну, а вы не вема водила, все водила. Он колеса крутит силы, это очень мило. Бля, ебать, самобытно, пиздец, вообще, ребят, ёбнешься. Типа, очень харизматично он это все делает. Так, вторая часть как аутро, типа, будет, я думаю, да? Бля, хороший целостный трек. Пиздец, вот это аутро было, конечно, неожиданно, да. Не, говорю, типа, реально, очень целостный трек, с хорошим припевом, самобытным, с одним куплетом, интрухой. Прикольная ритмика, бля, в целом Завет строит ебейшие ритмики на протяжении всей карьеры, что в Жилах, что в Готике, что вот в Nights Before Gothic, чего только трек Вот Она стоит, да, везде всегда придумал какие-то интересные структуры, какие-то интересные идеи. То есть касательно идей у Завета всегда проблем не было. Были порой проблемы, ну, кстати, на только реализации. Что не про этот трек. Очень круто, на харизме, ебать. Ебанутый трек. И конец, блядь, вообще дикий нахуй. Окей. Окей. Так, ну пока что... Пока что идет хорошо. Пока что идет хорошо. Четвертый трек. Царапины. Слушаем. Красная помада на ней. Течет по мне, когда рядом шипы белые, как лес. Так, вообще другой трек, да? Делают меня царапины живее. Я в углу там, где не видно. Надо мылом почти припек. В руках хромовые слезы. С крыши мы стреляем газы. Там вообще еще не поздно. Слышу ровно ее голос. Ее джинсовые бедра создают землю еще и еще раз. И еще раз. И еще раз. Ай, тихо сижу, пяю, как полыхает затых недель. Я вышел ночью на людей. Окей. Еще в 20-м году был снипет. Ебать. Субъективно? Сейчас поговорим. Так, что я думаю? Объективно, это что-то как будто новое от Завета, вот эта певучая эта тема. Очень похоже на этот трек «Крещи на людей». «Крещи на людей». «Крещи на людей».
прячусь типа днем от людей, да, вышел ночью на людей, красная помада. Понятно, липстик, наношу на себя липстик. Она сосет мой рот, это уже не важно. В общем, субъективно мне не заходит трек, потому что как будто... Ну, есть какой-то вайб вампира, но вот субъективно как будто не то. Немножечко, ну, типа, вроде норм в целом. Интересная, опять же, идея. Да, но вот мне напомнило немножечко Крещину людей. Забыл, как трек называется. Блять, он так и называется вроде. Может и нет. Хуй знает. Честно. В общем, не самый сильный трек с Епишечки точно. Но интересный, интересный. Готика интерлюд. Слушаем. Последний трек отсюда. Так, ну это реально интерлюди или что? Один задам тон, хороший надежд. Где побед тебе, ебану фужеру дома нежно. Грызун черная одежда, зашел и что так нежно. Зен зовут меня завет, я хуен съедал обед. Трезвые пейзажи, платья героини на ажиотаже. Я похож на смену. Соткал ей сам красный цветок. Шипит, шипит, я хороший куплет. Хороший куплет. Интересная здесь идея, опять же. Припев, блядь, не знаю. Ну, в целом трек не впечатляет. В целом трек не впечатляет. А вот это, кстати, лучше уже. Ну, вот аутро. Так, а оно не перетекает случайно в первый трек? Салем Флоу. О, ебать, аутро большое. Респект. Ну, хз, нет, как будто. А, что могу сказать, дорогие друзья? Это, кстати, епишечка набрала больше, чем, блядь, этот... Кайдан и Velvet Heaven. Хотя это прям полноценный альбом, и это вот всего лишь епишечка. Рофл. Что ж, могу сказать. Здесь есть 96 слез, ополчение, самые крутые треки. В общем, самобытность Завета продолжается, у него очень много крутых идей. Очень, реально, бля, пиздец в башке творится, и это очень круто заставляло его делать музыку. Его музыка действительно самобытная, и самое главное, что она реально необычная, и это приятно слушать. То есть это круто. Для непонимающих людей, которые первый раз слышат Завета, это может показаться странным и непонятным. Но я, как человек, который привык, уже не первый раз слышать Завета, заявляю, что это хорошая эпишка, реально годная. И не зря у нее 400к прослушек, блять. Больше, чем у большинства релизов Завета, нахуй. Типа, а, ну только Жела и Готика больше набрали. Понимаете, да? То есть, типа, это жестко. Жестко. Реально. Что у него еще было? В 19-м он писал, да, переворот, вот вижу. Васио. Вы знали, что у Кайенджела есть фит с Васио, блядь? С Оджибуда, блядь. А у того...
в свою очередь, Soulja Boy. Фривайс его, кстати, да. Ебать, жестко. В общем, спасибо большое, что это посоветовали. Максимально понимаю, почему мне это посоветовали. Тупо потому, что это действительно крутой релиз Завета, который мне, как любителю Завета, не должен был в целом мимо моих ушей пройти. Поэтому, да. Да. Спасибо большое, да. Это было действительно интересно. И у нас еще будет два сингла от Завета, поэтому ждите. Они будут не очень скоро, но будут, будут обязательно, да. Куда же без этого. Вот, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этой эпишечки, какой трек вам зашел больше всего. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.